Всем привет! Сегодня будем готовить паштет из говяжьей печени. Для этого взяли где-то 0,5 кг печени говяжьей, предварительно ее отварили, ну, сварили для готовности, варили где-то минут 40-50 кусочками такими. Сейчас что будем делать? Будем ее тереть на терке, на крупной, чтобы избавиться вот от внутренних жил таких. А потом уже будем мельчить на блендере. Трем на терочке. О, жилы. Видите, жилы какие внутри. Мякоть стираем, жилы откидываем. Получилась такая тарелочка печени. Буквально пол кастрюли было, и столько стало. Доделать вот потерли, уменьшилось количество. Налили масло в сковородке, обжариваем свежий лук репчатый и морковку. А где морковка? Жарим лучок, обжарим его до прозрачности, ну, буквально чуть-чуть. Сильно зажаривать не будем, потом добавим морковку. Высыпаем морковку, морковка у нас замороженная, заранее приготовленная. Сейчас мы ее потрусим, маленько. Вот. Обжариваем морковку с луком недолго, ну буквально чуть-чуть. Морковка с луком наша готова, высыпаем нашу печень и перемешиваем. Видите, как получилось. Шарик заливаем сливки, вот буквально пол стаканчика. Не молоко, а сливки. И мешаем. Вот. Добавляем соли по вкусу, ну я вот пол чайной ложечки, ну чуть побольше. И специи. Специи сейчас. Чайную ложечку с горочкой. Перемешиваем, чтобы наш паштет был ароматным и вкусным. Перемешаем сейчас это все. Высыпаем в контейнер нашу печень, подготовленную, горячую. Сейчас в контейнере будем ее блендерить, потому что сковородки неудобно. Добавили масло сливочного, буквально грамм, наверное, 20-30. И сейчас будем блендерить нашим блендером. Вот, заблендерили. Сейчас попробуем на соль. Если соли мало, нужно маленько добавить. Не нормально. Паштет наш почти готов. Из того контейнера мы переложили его в контейнер поменьше, чтобы удобнее было его хранить. Ну и место в холодильник, место будет меньше занимать. Наливаем масло топленого, сливочного, сверху. Это чтобы в дальнейшем не потемнел верхний слой. А то он такой будет темный, корочка покроется. И буквально вот чуть-чуть, чтобы как бы пленочка такая образовалась. Вот видите, все. Запаковали. Крышечкой закрываем, как говорится, избушку на крышку и в холодильник. Все. Вот что у нас получилось. Видите, наш паштет. Вот он, консистенция не выливается, ничего. Можно даже перевернуть. Будем намазюкивать. Прям вместе с маслом. О, как это? В магазине настоящий. Только без всяких добавок, без химии. Натурпродукт. Печень, лук, морковка и масло сливочное. Все натуральное. И еще специи маленько. Он очень получился. Такой ароматный. Прям такой. Если еще перчика добавить. Ну и по вкусу. Смотрите, какая красота получилась. Сейчас я кусочек. Да. Прям. Вкуснятина.